Чисто мафиозник такой. Мафиозник. Черно-белый мод. Посмотри-ка, что за прекрасная картина перед нами предстает. Офигенно, здесь даже все вот это изменено. Кстати, здесь не черно-белый, он, видимо, тоже цветной, но минимально цветной. Ты можешь посмотреть, просто у нас слева вот этот вот логотип, лого. Он как будто бы все равно отдает цвет. Как будто есть цвета все равно. Либо это просто насыщенность так играет. Не знаю, не насыщенность, а яркость и контрастность. Посмотри, все черно-белое, пипец. Нифига себе. Посмотри, какие здесь прикольные все изменены, лол. Давай сначала тогда с туториала начнем. Ха-ха-ха. Круто. Вот тебе черно-белый. Прям этот, ретро какое-то. Офигеть! Офигенно! Ну давайте сразу скипнем, в принципе. Прикольно, что он здесь изменен. И здесь тоже черно-белое все. Скипаем этот туториал. Он работает, мы уже проверили. Давай на харде. Давай на харде пройдем опять-таки. Папочку, но здесь он, видишь, изменен. А, он изменен, но видишь, трек немножко... Немножко просто подредактирован. Криповый какой-то чел. Просто длиннопалый такой. Длиннорукий, длинноногий. Просто палочник. Если вы знаете таких жуков, чисто палочник. Все в стиле старого Диснея, супер старого, если вы помните такой. Микки Маусы всякие, 60-х годов и прочее. Лол. Здесь изменены треки, да, вот которые там на заднем плане играют. Но не изменено, знаете что? Вот эти вот ноты не изменены, из-за этого ощущение, как будто ничего не поменялось, да? Как будто ничего не поменялось, а как будто слабо поменялось. Но в любом случае прикольно. Черно-белый фильтр включили. Ой-ой-ой! Казал, ничего не изменилось, вот тебе на! Офигеть! Круто! Нифига себе там колбасит! Вообще крутой трек! Вообще крутой трек! Забойный вообще, я не знаю. Блин, на заднем плане трек вообще колбасный. Папу-папа. Па. Блин, как же он офигенно подходит под этот трек. Вот этот голос, который у него на этом моменте. Вообще классно подходит. И биты вот эти, офигенно, как же они классно ложатся под этот трек. Вообще сок. Ой. Вообще самый сок, ребят. Как-то элегант называется, элегантный мод. Элегант.
Офигеть. Офигенно! Блин, музычка вообще классная. Блин, музычка вообще кайф. Круто. Мне вот интересно, как, насколько это все будет круто выглядеть на мамочке. Я уж думаю, всем понятно, что мне интересно, как выглядит в этой игре мамочка. Ну не как выглядит, я имею в виду, во всех модах, как меняется мамочка, вот так вот. Потому что мамочка на основной игре имеет самые крутые треки. И мне всегда интересно посмотреть, как в модах изменяют ее. Особенно треки. Особенно треки какие там у нее классные. Блин, посмотри! Посмотри на них! Лол! Я на харде, наверное, их не пройду. Но попробовать стоит в любом случае. Попробовать, думаю, стоит. Блин, такие вообще джентльмены удачи, лол. Блин, здесь, видишь, как прикольно сделано. Здесь этот, типа... Типа джентльмен, который... На обычном рабочем сидит. На сзади дьявол какой-то смотрит. Блин, круто. Я проиграю, походу. Да, я, походу, проиграю очень тяжело. Ну и дьявол сзади сверкает. Не, очень тяжело, ребят, очень тяжело. Очень тяжело. На хардкоре. Ну круто, ну круто. Давай на нормале. Интересные треки. Прикольно изменены. Смотри, справа вон вверху тоже какая-то морда торчит. Страшная. Что-то везде какие-то морды страшные пошли. Блин, круто очень. Да, на нормальный, в принципе, эти треки вообще легко проходятся. На харде я бы тоже прошел, просто... Сколько попыток бы мне потребовалось, вот это вопрос, да? Зачем затягивать, если можно не затягивать? Круто. Все мимо. Кайфарики. Ну да, видишь, на нормале вообще на одном дыхании проходится. Ну реально. Ну реально на одном дыхании. 3, 2, 1, go! Прям такая классика начинает играть, да, какая-то такая джазовая. А потом хупа резко начинается там и биты, и все. Расколбас максимальный. Лол. Прикольно. Там рука вон какая-то торчит слева, видите, тоже непонятно. Из тени. Да вообще круто сделано.
Ой-ой-ой, я все уже запутался максимально. Ну все равно же пройдем тебя, бродяга. Бродяга, мы тебя пройдем легко. Симпатяга. Сказал я и сделал миллиард ошибок после этого. Ну да. Учитывая, что я сделал миллиард ошибок, я прошел все равно легко. Риц, правда? Я не знаю, что там по Рицу. Пока что неизвестно. Но мы Танкмана сегодня проходили. Танкман был офигенный. Я думаю, что, в принципе, Пику, или как его зовут, можно пройти даже на харде. Давайте попробуем сразу на харде, потому что мы с ним, в принципе, спокойно справляемся на нормале. Мы уже миллиард раз его проходили на нормале. Давай в этом хоть моде попробуем на харде. Чисто мафиозник такой. Мафиозник. А мы чисто такой дворовый пацан. Против мафии, против серьезных людей вышли один на один. С каждым просто. С каждым батинцем. Смотри на его, эту маленькую иконку слева внизу. Он зол. Но опять-таки напоминаю, что самые сложные треки — это третьи. Если вы первый проходите, это ничего не значит еще. Это значит то, что вы еще пока что проходите легкий режим. Потому что дальше будет вообще жопа. Как обычно. Всегда третий трек. Второй более-менее обычно, а третий так вообще жопа. Просто разрывающий. Так что... Ну, смотри, второй трек уже вон какая скорость. Издевательская. Прикольное совмещение вот старых чисто джазовых таких вот моментов. И такого нового фанкового, да, стиля. Интересно сделано. По-моему, прикольно очень сделано. Я не знаю, кто делает все эти моды. Сколько они сил втрачивают в эти моды. Это просто пипец. Надо вот такую выдержку иметь, чтобы все эти моды делать. Сколько сил. Реально, в них всю душу вкладывают. Если они начали там в каком-то стиле делать, да, какой-нибудь моб, они прям реально над ним стараются, реально парятся, реально убивают все свое личное время, чтобы сделать эти моды. Но, я так понимаю, все равно не один человек их делает. Здесь даже вот прикол в том, что вот игру делает не один человек. Да, вот игру делает не один человек, основную эту, оригинальную. И моды тоже делает не один человек. То есть собирается там группа людей, один пишет треки под как раз таки новый вот этот мод, другой рисует, третий там придумывает, как с стрелочками разобраться. Это очень круто. Но бывает такое, что и один человек делает. То есть по-разному всегда. Но очень круто все. Лол, тяжело. Ну не, нормально, нормально. Терпимо. Пальчики уже болят. Пальчики уже чувствуют напряжение. Жесть.
Жесть. Прикольные ремиксы вот этих треков. Здесь даже иногда некоторые ремиксы хочется, наверное, слушать больше, чем основные треки. Найс. Да, мод как будто 80-е, все правильно. Даже не 80-е, а 60-е. Чисто американский стиль 60-х, 50-х вот годов. Очень круто. Дальше? Я так понимаю, мой любимый босс будет? Дальше мой любимый босс. Нет, это года 60-е, 50-е. Посмотри на нее, офигеть! Так классно выглядит. Ой, они какие радостные там сидят. Офигеть. Ну давай посмотрим. Я не знаю, на нормале, наверное. Вы помните то, что на харде с ней очень тяжело. Посмотри, кто там в зале танцует! Офигеть! Она чисто в таком тоже стиле. Круто очень. А прикол в том, что я вот только сейчас обратил внимание, что у нас-то Girlfriend сидит не на колонке, как обычно, да? А на пианино! Черт подери, блин. Круто тень вообще. Офигенно. Я не понял, этот трек полностью изменен? Или мне кажется? У меня ощущение, что этот трек полностью изменен. Я вообще такого не помню. Да, этот трек полностью изменен по-любому. Офигеть, она бибикает там. Буби-ба, буби-ба, буби-ба. Кайф вообще. Ну интересно все равно. Я не знаю. Закончатся ли идеи у тех, кто делает эти моды? Конечно же нет. Прикол в том, что они могут бесконечно делать всякие разные моды, потом переделывать те моды, которые уже сделали. Делать их еще круче. Вообще кайфурики. Кайфурики. Найс. Просто разрыв. Ну этот трек мы уже слышали. А здесь уже не изменен, да, он походу? Да, вот этот трек вообще не изменен, лол. Они решили его так и оставить. Там первый трек только изменен получается. Ну а смысл тогда здесь? Бэм! Смерть. Давай тогда еще посмотрим этого. Хотя зачем? Давай историю мод также смотреть. Еще последний вот это посмотрим. Тоже интересно посмотреть, как там появляется этот. Лемон. И кто там вместо Лемона? Лемон здесь тоже должен быть измененный. Посмотрите, все из этих. Из старых мультов. Из Warner Brothers, из Морячка Папайя. Всякие коты. Томас или как, нет, не Томас. Кот Феликс. Лоу просто. А вон и Лемон стоит. Флинстоуны черно-белые. Медведь этот, я не помню, как его зовут. Дорожный бегун. Вот это вот черно-белая девчонка, которая стоит возле пианино. Я не помню, кто она тоже мультика. Как ее зовут? Она была в этом, кто поставит кролика Роджера. Фильме. Офигеть, вот как. Люблю такие внимания к деталям. А там Бенди стоит, или кто там, вверху, возле елки. Да, там Бенди стоит, а ты зачем все забыл?
Ну не 60-х, братан, ты перепутал. Ну, видимо, они просто решили под стиль добавить. Там он Микки Маус, Капхед. Видимо, тоже как в стиле больше. Похоже чисто. Но треки не изменены, кстати. Здесь все изменено, кроме трека. В этом уровне. Но все равно кайф. Кайфарик. Че так тяжело-то, алё? Я проиграл? Я проиграл! Да нет! Ну как можно в конце проиграть? Ну как можно в конце проиграть? Ну как? Объясните. Как можно в конце вообще проиграть? В самом конце главное. Ладно, я тогда сразу дропаю этот момент. А как я могу дропнуть? Я ж не могу дропнуть. Ну давай нормал тогда проходим. На харде все-таки тяжелее. Чтоб точно дойти. Надо было сразу нормал убирать и не выеживаться. Ешь из меня, конечно. Не получилось. А может мы на нормале играли? Если мы на нормале играли, то это вообще пипец. Да я говорю, дорожный бегун, да, это тот самый. Я же сказал его уже. Не помню, как этого медведя звали, но он делался тоже от той же студии, что делался и Флинстоун. Повезло скелету, говорит. Возможно, возможно. А может быть наоборот ей повезло, как ты знаешь. Сейчас начнется опять этот самый сложный момент. Не, ну даже здесь это самый сложный момент очень легкий. Ух. Нам еще до лимона как минимум один трек. Едем. Мы едем к тебе, лимон. У него шляпа вон какая-то смешная. Прикольненько. У него глаза засияли. Я не знаю, не сияли-то глаза? Это такое ощущение, как только сейчас засияли. Может, я не обращал внимания? Да она потому что их закрытыми держит. Очень прикол. Когда поет, видимо, их открывает. Лол. Да, видишь, она когда поет, открывает. Санта все еще в плену, даже в черно-белой версии. Лол. Все еще в черно-белой версии в плену, ребят. Бедняга просто. Не упускает Санту из-под пистолета. Бедняга просто. Погнали! А это чья морда такая? 3, 2, 1, go!
Я не знаю, чья это морда, Бенди. Давай, лимончик, покажи, что способен. А это, может, не лимончик вообще? Посмотри, кто ты такой-то вообще? Я тебя не знаю, призрак какой-то. Это не лимончик. Я думал, лимончик увидим. Я не знаю, кто это. Может, кто-то из вас знает, ребят, кто это такой? Я понятия не имею, кто это такой. Должен был быть, да, монстр лимон, но что-то даже не думал, что его поменяет. Там голова чья-то непонятная еще висит на это. Вообще кайфовая песня на самом деле. Ну мы с вами практически весь мод посмотрели. Точнее не практически, а весь. Там сэнпай, но я не думаю, что сэнпай что на белом свете сделал. Можно проверить, конечно, но я не думаю, что это изменилось. Вот девочка трогает, говорит. Хватит ее трогать реально, братан. Арре. Что за домогательство в прямом эфире? Ну давайте проверим, чисто проверим. Но играть, я так понимаю, не особо будем. Ну да, здесь Бравл Старс. Ну, здесь до сих пор Бравл Старс.